Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы играем в зверей суперавто. Спустя 5 тысяч лет мы вернулись к зверям. О, как я соскучился за ними. Я буду честен, ну как соскучился, я играл без вас, пока у меня не работал коннект, я не мог стримить. Я немножко поигрывал и, может быть, набил 1734 рейтинга и вхожу теперь в топ-1% игроков. Ну, так вот, как так получилось, непонятно. Ну, конечно, не в топ-10 еще. До топ-10 надо еще дойти. Но это я играл на стандартном наборе на черепашье. Еженедельные наборы не трогал. Так что сегодня будем играть новый набор недели и будем играть рейтинговые игры. А из того, что я поиграл, пока не мог стримить, на самом деле рейтинговые игры сделаны хорошо. Мне все нравится, прям классно они работают. Все классно. И да, я думаю, что мы... Ну, может, будем иногда арену поигрывать. Ну, то рейтинг тоже интересно. Так, давай посмотрим, что у нас тут на этой неделе. Угу. Надо же подготовиться. Теперь все серьезно, на рейтинг играем. В топ-10 вырываемся с ноги. Так, я вижу медузу, сразу замечаю. Так, глазом медуза, билдообразующий зверь. Она крута до невозможности. Вижу гусей, гуси хороши. Мотыльки, да. Бык, кстати. Бык с мотыльком. Закомбить можно. Слон, как обычно, ничего не делает. Нет его верблюда любимого. То есть пингвины, стрекозы, черепахи. Что еще интересного? Носорог мощный. Да, кабаны. Угу. Интересный пак. Ну и главное, что лимоны, шоколады в наличии, чеснок тоже. А вот арбузов нет. Это очень важно. Ну что, поехали? Давай. Сейчас нас, наверное, запишут куда-нибудь. Кому-нибудь в пачку. А да, если вы не смотрели последнюю нашу серию по зверям, там мы тоже в рейтинг пробовали играть. 8 человек в рейтинге участвуют. И... Напряженная битва. Если бы у нас были сейчас ставки. Ставок нет, потому что мы на ютубе стримим. Но если бы были ставки, надо идти ва-банк на победу. Так. А на победу вообще. Ну, сложнее победить. Сложнее победить, чем набрать 10 кубков. А, гусь, комар, шиншилла. Окей, давай гуся, комара, шиншиллу. Шиншилла дешевая и сердита, да? Щетиной покрыта. Продать шиншиллу, купить шиншиллу. Ну, идея шиншиллы в том, что ты ее продаешь. И у тебя есть еще дополнительная крутка в магазине. Вот так вот. Так, мы будем наивные шарики. 7 секунд. Надо за таймером следить. Я-то привыкший играть арену. Сейчас могу таймеры провтыкивать. Но будем побыстрее думать. Ну, в итоге ждем соперника. Так. Вроде в нас. Ага, муравей, сурок. Ну, тут, кстати, наверное, поражение, да. Потому что комар хорошо очень попал. Ну, ладно. Главное, хотя бы один раунд сыграть в ничью. В начале, да. О, 2 гуся. На самом деле, ход конем... А, и шиншилла тоже есть. Ход конем — это сейчас продать комаров, закупить гусей. Угу. Чтобы место в магазине не занимать. И шиншилл, если мы просто будем вот на третий уровень качаться быстро. Давай, комаров продаем. Такой нестандартный ход, но мы нестандартно играем через шиншилл. И шиншилл в заморозку, чтобы сделать 2 соединения на следующий ход. Комары были бы лучше с точки зрения шансов на победу. Ну, так тоже пойдет. Кто-то он уже соединил павлинов. Павлина соединили, ну, по моему мнению, это не самая лучшая идея. Да. Так, жизнь давай. Ага, и гуси пошли соединяться. Бабах, пиявка. Зверек наносит 1 урона зверю впереди, получает здоровье. Так, рыба-хирург, газель.
Начинается ход, зверек получает плюс один до конца боя за каждую монетку сверх 10. У нас этого не будет. Ладно, давай шиншиллу еще. Так, так, так. Смотрим. Ага, бык. Бык хорош. Угорь тоже хорош. 50% здоровья получает. Но бык прям молодец. Угу. Первая позиция свободная. Зверек перемещается на переднюю и получает плюс 4 здоровья в бою. Ну, можно взять его, поставить вот так за быка, да. И давай поищем еще что-нибудь хорошее. Шиншиллу на третий уровень есть ли смысл вести? Бизоны есть. Бизоны есть. Ага. Ну давай тогда замораживать шиншиллу. Шиншилла дешевая и сердита. Она молодец. А шиншилла красавица. Так, у них кальмар сейчас проклянет нашего быка. Но бык перебивает проклятие. Ха. Кефалот затанчил. Молодец, ну слон. Слона нам... А ты знаешь, в ничью сыграли со слоном. Нормально. Нормально вообще. Слон очень сильный. Слон очень-очень сильный, потому что у него большие статы. Так, шиншиллу пока оставим. Давай. А, плюс 3 атаки, минус 1 здоровья. Это на самом деле можно быку купить. Таблетка есть? Таблетка есть. Есть ли звери под таблетку? Ну, теоретически паук. А быку атака заходит. Давай так сделаем. Гуся на третий уровень не будем вести, а вот шиншиллу будем. Шиншиллу на третий уровень это хорошо, так. Муравью тоже можно было бы креветку, но мне кажется уже дороговато. О, я вижу тут мастер шиншилл залогинился. Ха-ха. Да, медуза с шиншиллами была бы идеально, но у нас медузы нет. Медузы пока нет, так что давай так. Императорский тамарин. Чем нам тебя качать, тамарин? Пока непонятно. Бизон! Да! Да, шиншилла третьего уровня. Бизон перспективный. И не только. И, в общем, сильный. Давай, бизон. Бизона занерфили. Он теперь плюс один, плюс два качает каждый ход, когда есть друг третьего уровня. Но это лучше, чем ничего. Так, что бы еще купить такое? Чего бы купить-то? Бизону чеснок, наверное, купить. Для медузы поздно. Все уже. Медуза уже не успевает. Давай чеснок бизону. Он у нас будет в перспективе нашим лучшим бойцом. И давай его вперед. Гуся на третий уровень я, наверное, не поведу. Хватит гусю и первого. Нормально. Гуси так молодец. Чеснок тоже вроде больше некому давать. Пойдет. Пойдет. Так, ага. Против сурка. Ну, сурка наш бизон победит без проблем. Как и всех остальных. Почти, кроме вот этой огромной пиявки. О, нифига себе, пиявка отъелась. Но побеждаем. Побеждаем пока. Отлично. Сурикат. Начинается бой. Соседние друзья получают плюс один атаки за каждые три монетки, потраченные за этот ход. О, ну это временный баф, да? На самом деле, быку и бизону урона добавить было бы хорошо. А вот быку круассан. А не знаю, останется у нас бык надолго или мы его заменим. А, бык останешься или заменим? Что думаешь? Давай вот заморозим и посмотрим. Вот нет быков. Вот нет быков. Можно вообще сыграть такого ва-банк быка, оставить ему одну жизнь. Но это, конечно, страшновато. Трубка-зуб пока вроде не нужен. Одна жизнь и куча урона такой. Бык. Бык-вабанщик. Стрелков я не вижу вообще, кроме змеи. Надо что-то решать. Да не, я решил, что не хочу. Лучше быка прокачаем тогда. Ладно, держи круассан, бык. Давай, держи круассан, качайся. Так уж и быть. Креветку не стал покупать. Ну, я думаю, что вот прокачка хорошая. Это пингвин, да? Там есть. Пингвин — это хорошо. Пингвин — это прям классно. Но... Что, побеждаем? Шиншилла молодец.
Шиншилла красавица. И вот пингвин. Так, пингвин качает друзей второго уровня и третьего. И игрушка у нас есть. Я думаю, муравей кефалот себя уже отработал, да? Давай гавиала. Посмотрим на игрушки. Дыню. О, дыня хорошо, потому что дыни в пачке нет. Давай дыню бизону раздобыть было бы просто шикарно. По-любому нанимаем пингвина. Но мы хотим, чтобы он качал шиншиллу, потому что шиншилла остается. Она у нас бизона качает. Значит, гусь лишний. Гусь нам мешает. Прости, гусь. Ну давай, о, стрекоза. Друг каждого уровня получает плюс один, плюс один. Так. Значит, идея такая. Стрекоза качает бизона, шиншиллу и быка. И делаем... Собираем мегабизона. Надо второй уровень быку собрать. Да, собираем второй уровень быку и прям будет круто. Прям будет хорошо. Да, чат, будьте добры, если соблаговолите. Ставьте лайки внизу под стримом. Это очень помогает продвигать. Продвигать стрим очень помогает. Чтобы больше людей видели его. Что, давай бизону две груши. О, и быку второй уровень. Отлично. Замечательно. Стрекоза работает на полную. Пингвин работает на полную. Прокачка идет по полной программе. Да, будьте добры. Лайки под стримом очень-очень помогают. Я буду благодарен безмерно за каждый лайк. Так, сейчас у нас еще бизон со следующего хода будет с арбузом. У нас получается два арбуза на быке и на бизоне. Шиншилла, кстати, 11-11 такая. Мощная. Ого. У вас, я вижу, тоже тут. Сбил. Мне кажется, мы выиграем. Мне кажется, это наш лобби. Я не знаю, кто нас может победить. Носорог силен, но нам нет смысла менять команду вообще никакого. У нас все прекрасно. И нам нет смысла качать бизона. А мы оставим бизона. Кстати, лимон шиншилле, да? Давай. Оставим бизона на первом уровне. Пускай его стрекоза прокачивает. А то если первый уровень у него отберу, потом не будет его качать стрекоза. Так. О, сейчас стрекозу на второй, пингвина на второй, и мы в шоколаде. Лазанья. Зверек получает плюс 2, плюс 3. Так, ну лазанья, значит, лучше, чем груша. Фарнтик, привет, ты на ютубе начал стримить, я так понял? Да. Все правильно, начал стримить на ютубе. Как поставить еще один лайк? Можно зарегистрировать еще один аккаунт. Но это не нужно. Спасибо большое за лайк. Одного лайка более чем достаточно. Это уже огромная, огромная помощь. Гориллас. Угу. Гориллас. Ну, типа, вот мы вместо бизона, конечно, можем гориллас поставить. Но мне кажется, смысла никакого нет. Быку тоже уровни не нужны. О, сейчас мы этого пингвина на второй уровень и всех будем побеждать. Варлочка подключил рестрим. Ну, я подключил рестрим, но пока что я рестримлю только на YouTube. Да, непонятно только, что YouTube нашему стриму выдает блокировку рекламы. Ну и сама реклама нам не нужна, но... Потому что да, ее и показывать не будут, да, на территории России. Но смысл в том, что у стрима нет монетизации, и я боюсь, что YouTube его, наверное, вообще не продвигает никуда и никому не показывает. Интересно, почему? Написано, что стрим не соответствует правилам. А нет, все, починилось. Теперь соответствует. Теперь все нормально. Одумались. Ну хорошо.
Провайдера больше не менял? Не, провайдера я пока менять не буду. Сейчас мы тут обходные пути найдем. Так, давай второй уровень сюда. Ну, какую-нибудь змею или дракона нанять. Ну, у нас такая идеальная комбо. Третий, второй уровень. Все так хорошо. Что трогать? Работает, не трогай, да? Сколько у нас там врагов осталось? Трое. Я даже не посмотрел. Там он сильный носорог есть и скорб. Но скорпа мы не боимся. И носорога тоже. Ага. Здесь муравей. Муравей дает много атаки. А, там львицы. Но львицы могут нам сюрпризов поставить. Львицы они такие. А, давай тебе, наверное, тоже лимон выдадим. Тебя вот так вперед. И вот будем... Ай, лазанью заморозить хотел. Мискликнул. Мискликнул. Может, первый не соответствовал из-за музыки, как обычно? Музыка у нас вроде как обычная. Типа ютубовская должна быть. Музыка у нас играла сегодня из библиотеки ютуба. Так-то все должно быть хорошо. Кому уровень качать? Стрекозе? Ну, если кому-то и качать, то стрекозе. Так, против нас два бойца. Вот этот со скорпионом, чувак, что-то там вот пересамонивает скорпа. Ну, я его не очень боюсь. Здесь бизон второго уровня, он будет качаться. Так, давай стрекозу на третий попробуем. Ну, и надо еду на статы покупать, а пока что-то я не покупаю. Ага, видишь? Я вот говорил, что там бизон второго уровня, он жесткий. Он очень крутой. Но у нас есть бык еще. И шиншилла. И шиншилла у нас есть. Так. Две жизни, одна жизнь. Ну, наверное, есть смысл качать. О, стрекоза третьего. Отлично. И сделаем пингвина третьего тоже. Даже вот, вот так вот. Угу. У нас не только один боец сильный, у нас несколько бойцов, так что нормально. Моему быку сбивает вот все, смотри. Вредный. 25-25 шиншилла. Хе-хе, как вам такая вечеринка? С такой шиншиллой шутки не шути. Так, давай тебе тоже лимон. Ну, я думаю, это победа. Мы против бизона. Но у нас арбуз, а у его бизона арбуза нет. Поэтому у нас хорошее преимущество должно быть. Ну, еще, если что, у нас 4 жизни в запасе и прокачка с двух зверей третьего уровня. Так что, я думаю, нормально будет. Змею тоже не очень боимся, там лимоны у нас у всех. Ну да, змея ничего не сделает. И, дамы и господа, это победа. Почти идеальная. Хорошо. Бизон. Не зря бизон. Не зря бизона завозили в наши края. Молодец, бизон. Молодец. Угу. Ну и шиншилла. Шиншилла очень дешевая, ее на третий уровень хорошо качать. Наша. Наша победа, красная команда, получить ваши награды. Кто мысленно в красной команде, поднимаю за вас бокал. Че, возьмем сегодня 2000 рейтинга? Тут, кстати, даже 2000 не надо. Первое место 1940. По-моему, вполне реально. По-моему, вполне реально. Давайте еще раз. Что еще прикольного можно собрать? Ну, бизон, конечно, выглядит прям логичным. Пиявку как-то можно оприходовать. Только если с павлином, да? Пиявка с павлином.
И типа у павлина будет миллион атаки. Но он 50 урона наберет очень быстро. Но у него вообще не будет жизни. Вроде больше никак. Ну да, других не вижу. Ну давайте попробуем. Так, вперед! Кто против нас? Фауст! Фауст с нами! О, наши люди в Голливуде! Привет, Фауст! Ну давай, сразимся. Честная битва. О, у нас утка плюс мотылек. Мотылек самый сильный зверь первого ранга. Он так хорош. Шелкопряд тоже очень хорош. В начале так вообще. Правда, там если у врагов тоже мотыльки, то оно толку не так много. Будем беспомощные доктора. Совсем беспомощные. Ничто нам не поможет. А, у них тоже мотылек. Слушай, а надо было нашего мотылька вперед ставить. А, я не подумал об этом. Окей, так. Два мотылька, два шелкопряда. Давай вот так. И вот так сделаем. Мотылька вперед. И тут, к сожалению, проблема. Нет сбора. А, печеньку покупать не хочется. Тут проблема. Я бы на самом деле утку продал бы. Угу. Чтобы купить еще одного мотылька. Потому что мотылек, скорее всего, останется. И давай его, наверное... Давай вот так. Мотылек, скорее всего, останется. И нам очень важно собрать сразу зверя второго уровня на следующий ход. Намного важнее, чем просто накопить уток там или что-то такого. Намного важнее. У них тоже мотылек. Тут на первой позиции ничья. Но дальше у нас есть... А, и у них шелкопряды. У всех шелкопряды. А, но у нас больше шелкопрядов. Ну и у нас ничья. Ну ничья — это хорошо. Ничья — это нормально. Жизнь нам вернут. Что, мотыльки? Соединяемся. Давай. Бабах. Угорь. Начинается бой, зверек получает 50% здоровья. Угорь нормально, да? Угорь хорошо. Суши с угрем вообще пушка. Хорошая рыба. Давай. Давай брать. Будет нашим бойцом. Главным. А вперед его ставить стоит или не стоит? Наверное, нет. Пока что. Что-то дашь. Мотылька на третий уровень. Мотылек прям крутой. Пускай стоит угорь впереди. А нужны ли мне сурки или мед? Нет. Нет, не нужны. Нужен ли мне павлин? Или паук? Я думаю, нет. Вот медуза, да. Вот медуза мне очень нужна. Медуза прям хорошо. Мы одно соединение сделали, но это же не единственное, которое у нас будет. Я думаю, надо. Стримчики на ютубе. Скрипач, спасибо большое за донат. Привет, привет. Спасибо большое за 160 рублей. Да, стримчики на ютубе вернулись. Неожиданно и внезапно. О, медузы. Медузы — это прям вообще кайф. Так, давай медузу вот так вот. И да, еще одну медузу. Не дают медузу. Не дают медузу. Совсем не дают. Да, сегодня стримим на ютубе. Мне очень нравится, честно. Мне прям нравится. Особенно после больше чем недели отсутствия. Мне вообще нравится. Я в восторге, я так доволен. Что? Вот я. Что наконец-то.
Брата-то уже была? Брата-то не было сегодня. Так. А, ну у них шелкопряд. Правда, не прокачанный, смотри. Так что наш угорь разменяется 2 в 1. Ага. И мотылек тоже молодец. Красавчик. Очень важно, когда в ранговые бои играешь, выигрывать раунды. Ну, типа очевидно, да? Но очень важно выигрывать раунды. Ты хочешь как можно больше жизней сохранить на лейт-гейм, если тебе вдруг надо будет перестраивать билд. Наши. Наши медузы пришли. Правда, медуза больше с повышением уровня, а не повышает уровень себе. Так, у нас есть черепаха плюс таблетка или бизон? Классический перспективный бизон. Слушай, ну я думаю, что пока нет. Пока нет, а вот так да. И таблетку заморозить. Сделаем угрю. Или мотыльку. Сделаем этот таблетку на черепаху. Да, черепаха-таблетка лучше. Бизон у нас слишком... слишком перспективный получается. Поэтому пока не надо. Так, ну тут нас, наверное, победят. Нет, не победят. Медуза. Медуза молодец. Медуза красавица. Ага. А угорь качнулся. Слушай, ну угорь почти второго уровня. Наверное, есть смысл ему выдать таблетку, да? Ну, в смысле, арбузик. И давай попробуем его вкачать. О, так. Так. А наши основные два прокачивающих чувака на следующем уровне. Тогда вот так. Гавиал. Гавиал хорошо. Гавиал хорошо. Так, ты сюда. Ты, наверное, сюда. И медуза, он у нас 7-8 теперь. Покажи соперников. Да. Так, что тут есть серьезного? Ну, он большой сурок. И я видел там еще одного угря, по-моему. Или то наш угорь был. Шелкопряд тащи. Шелкопряд молодец вообще. Смотри, как он нам раунды берет. Тыдыщ. Гавиал, давай нам арбуз. Не знаю, кому я дам, наверное, медузе его выдам. А хотим ли мы угря дальше качать? Можно было медузе? Может, я сделал ошибку. Может, надо на медузу рассчитывать. Ищи пингвина. Пингвин был бы идеален. Второй уровень угря. Так. Ньяла дает 8 труб. Зебра дает нам очень много статов. А вот и пингвин. Так, пингвина будем ставить на следующий ход. У нас все второго уровня. Хорошая эта команда или не очень? Наверное, шелкопряда можно поменять. Или не надо менять. Блин, у угря двойное здоровье. Угорь молодец. У него будет сейчас 16 жизней и куча урона от мотылька. Нужен пингвин второго уровня. Да, наверное, нужно пингвина идти сейчас прям. Прям все деньги на него тратить. Чтобы выиграть по прокачке время, да? Имеет смысл. Так, зебра, до свидания. Ой, пошел угорь. Слушай, ну угорь прямо качается. Я бы в него вкладываюсь, все, я решил. Третий уровень медузы, конечно, тоже, да. Хорошо было бы. Прям замечательно. Шелкопряд нам не нужен. Шелкопряда нужно менять. С каких пор в автозверях надо кого-то ждать? А мы сейчас играем ранговые игры. Рейтинговые.
То есть против 8 человек, против 7 человек в режиме онлайн. То есть не с, ну, прям, с, прям одновременно. Ну, как в стандартных там. Про арбуз забыл! Ай! Арбуз медузе, кто давать будет? Вот это я руина. Забыл. Все. Давай, может, быстро переставим медузу. Так. Чик. 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 А, шелкопряду дали арбуз. О, если у твоего первого зверя есть арбуз, то арбуз переходит следующему зверю. Че, шелкопряд, видимо, ты остаешься. Раз у тебя арбуз есть. Третий уровень медузы. Жесть. Львица. Заканчивается ход. Текущие и будущие зверьки в магазине получают плюс 2, плюс 2. Стоит ли? Стоит ли менять кого-то на львицу? Только шелкопряда, если. Только если шелкопряда. Львица, это хорошо. А, черт с ним, давай шелкопряда. Прости, шелкопряд. Да я знаю. Арбуз ему дали, и все. И чего? Ничего. Ну, пришлось продать. Мне все равно кажется, что баф мотылька сильнее. По жизни угря много, а вот урона не хватает. Эти 4 урона могут зарешать. Ну и львица нам, надеюсь, даст преимущество в будущем. Мы потом какого-нибудь кабана возьмем раскачанного, да? И всех победим. А, медуза точно остается. Тут нулевые шансы того, что я ее поменяю. Ну и давай качать угря, продолжать. Угря на третий уровень. Нам всех... А вот мотылька, наверное, все-таки сменим. На кого-нибудь, да, кого львица прокачает нам. А, ну, правда, уровни нам дадут хороший бонус. Сейчас можно было бы зебру вместо мотылька купить. Наверное, мотылька надо менять. Не, рыба-клоун уже поздно, ее надо было раньше. Уже она не даст такого эффекта хорошего. А черт с ним, давай. Рискуем. Рискуем ради темпа. Набираем темп. О, стрекоза. И стрекозу возьмем. И стрекозу возьмем. Обязательно. Так, здесь билд на павлина и слона. Вроде вообще не страшный. Не боимся. Мы выиграли темп с зеброй, мы получили хорошую прокачку. Ну, стрекоза плюс павлин, опять же, идеально подходят. И только вот львицу на кого-нибудь поменять, когда она кого-нибудь нам прокачает. Не носорога. Надо кто-то другой нужен. Лимон надо заморозить. И не дракон. Кабана. Кабан нам нужен. Я сделал билд на носорога в 13-м ходе и начал, и все равно выиграл носорог в наборе силен. Носорог силен в наборе. Носорог силен против призыва. А я что-то призывов не вижу. Носорог вообще очень силен, прокачанный. Носорог 3-го уровня выносит все команды. Он так хорош. Ага, ну и мы начинаем лететь, смотри. Да. А Шугарь уже не справляется, у нас... Прокачки не хватило. То пингвин 2-го уровня. Мангуст дает игрушку 6-го класса. Росомаха, небритая неряха. Нам стрекоза качать львицу. Что мне совсем не нравится. Зато у нас бабах. 3-й уровень угря и кабанчик. Вот тот, кого мы искали. Окей, львицу меняем на кабанчика. Лимон ему в заморозку.
и второй уровень желательно. И вот кабанчика теперь будет качать наша... наша стрекоза. Два скорпиона. Ну вы, месье. Хитрый жук. На кабан. Сейчас будет силен у нас. Сейчас мы ему защиту дадим. И надо уровни поднимать всем. Каждому по уровню, от каждого по ответственности. Самая сильная еда на статы — это у нас лазанья. А хотя зачем я замораживаю? Надо кабану второй уровень как можно скорее. Нужно будет скорпов? Я не люблю скорпов. Мне кажется, что намного выгоднее прокачать одного, прокачать сильного зверя, чем вкладываться в скорпа. Ну, хотя, если у врага нет стрелков, то скорп очень хорош. Это правда. Кабанчику в уровень надо. А лазанью надо разморозить. Эх. Три жизни, одна жизнь. Ну, есть смысл качать стрекозу. Я сделал на этой неделе 4 раза скорпа на третий уровень. О-хо-хо! Вот это жесть. Скорп третьего уровня. Издевательство над врагом. У угря слишком много жизней уже. У него, что получается, 60 жизней в бою, да? Я бы сказал, перебор. Да, он, смотри, у всех скорпы. У всех скорпы. Но наши кабаны справляются. Мы остались один на один. Так, кабанчик второй уровень, да. Стрекоза, да. Ну и в теории все, нам третий уровень кабанчику мы уже не соберем. А может и соберем. Так, против нас тоже кабан, горилла и прокачка через дракона. Ого. Давай, давай попробуем собрать. Давай попробуем. А вдруг... Можно было бы медузу вперед переставить. Смысла мало. Зачем скип третьего уровня? О, нет, кабанчик, подожди. Кабанчик собирается. Эх. Ну мы тут и так вроде уже побеждаем. Давай кабанчику дадим денег. А денег? Скорее всего, скоро добавит смысл на прокачку уровня скорпу. Например, второй уровень он задевает следующего зверя своим арахисом. О, это было бы слишком мощно. Не, это было бы имба. Скорпион очень хорошо работает. Он как... в рейтинговых играх он отлично работает как ловушка. Типа ты можешь такой купить скорпа, поставить и снять танка врагу. Ну и если его прокачать, то он вообще очень хорош. А дракон не успевает качаться. И это победа. Еще плюс 10 рейтинга. Наш. Еще одно лобби наше. Красная команда. Держите вашу награду. Держите вашу награду. Только награды нет. Ну... зато победа. Красивая. Красивая. Слушайте, а тут у нас чатик на экране сжатый, что ли, какой-то? Вроде нет. Всех побеждаем сегодня. Что делает скорб третьего уровня? Буквально ничего не делает. Делает то же самое, что и скорб первого уровня. Он просто для красоты. Осталось 44 победы до 2000. Ну, сейчас сделаем, да. Сейчас сделаем. Может, в обычный режим?
Ну давайте еще одно лобби сыграем. О, против нас он какой-то крутой чувак, 1600 рейтинга. Банана Хама. О, 3 сурка. Почему бы и нет? 3 сурка и 2 утки. Так, очумелые механические показные поэты-разведчики-черепахи. Давай, ну сегодня я себя чувствую таким... очумелым поэтом. Такое поэтическое настроение и немножко очумелое. Варлок, я один раз ленивца видел. Я тоже видел. Пару раз. Мы ни разу его не смогли собрать. Его надо на третий уровень собрать и потом выиграть забег. Тогда будет круто. Так, ничья — это хорошо. С таким стартом нас ничья более чем устраивает. Давай уток. Ха-ха, четвертый сурок. Четвертый сурок — это как пятое колесо. Зверек, сурок. А... ну, мы трубы, конечно, можем играть. Там он рыба-хирург есть. Ну, это, в принципе, и все, да? Ну, ньялу еще. Ну, что-то такого прям классного с трубами я не вижу. Какой-то комбы. Ай, сурок, сурок. Ну, ладно, что, давай в команду. Будешь он четвертым колесом. Ох, гуси напали на сурка. Бедный сурочек. Ну, зато нам плюс победа. Так. Так, 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 так. Ну что, сурки, соединяйтесь. Тамарин. Продаешь зверька. Зверек с левого края в магазине получает... короче, получает баф Тамарина. Ты у нас бафер, сурикат. Никогда мы не играем суриката, но... по-моему, он не очень. А, билд на Тамарина. Давай попробуем. Давай. Ну, у нас тут на самом деле очень слабая команда. Сейчас надо какого-нибудь паука купить, что ли, для усиления. Сурок такой: я буду крутой сурок. Ты тут на меня бочку не кати, человек. Я сурок, всем суркам сурок. Ну давай, сурок, показывай, что ты умеешь. Что это Марина-то вперед поставил? Вот что непонятно. 3-3. Зачем? Чтобы его ваншотнули. Кстати, против гусей без разницы, да. Казалось верным решением. Как будто знал что-то. Кого-то Марином качать? А любого бойца высокоуровневого. Идея Тамарина: ты настакиваешь на него много-много статов, потом ты его продаешь и, например, носорогу все эти статы Тамарина передаешь. Угу. Жирафы качать к Тамарину третий уровень. Жирафов в пачке нет, поэтому жирафа не будет. Будет утка. Кальмар. О, ну точно, билд на Тамарина. Собираем гигамарина. Тамарина, гигамарина. Ай, надо было утку продать и дать ему жизней. Ай, глупый, глупый дед, что ж ты творишь-то? Кто так делает? А? Ладно, не паникуем, нет, спокойно, 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 спокойно. Чапай думает. Чапай долго думал и придумал сурка заморозить. Не самый умный Чапай, но сурок у нас будет третьего уровня на следующий раунд. Вытащим бизона, и все будет отлично. Как обычно, в это время мы рассчитывали на бизона. Ха-ха-ха, собака спасает. Молодец, собака. Молодец. Хватит сурков, горшочек не вари. О, пенгвин. А вот смешно будет. Утку и сурка раскачать пенгвином.
Круассан Тамарину. Ну да, круассан Тамарину имеет смысл в теории. А на практике? Что-то он у меня 4-4, этот тамарин. А утка 4-5. Не креветка, круассан. Ой, надо сейчас тамарина находить. Ой, тамарин, жизнь твоя на волоске-то висит. У нас сейчас утка и сурок станут гигачадами. Двух сурков и билд на трубы. Ну, не знаю. Видимо, будем не алу брать и делать билд на трубы. Я очень не люблю билд на трубы, потому что с билдом на трубы у тебя самый сильный зверь стоит в конце. Ну, собака. Получается, вражеский танк сносит весь твой отряд, потом разменивается с твоей собакой, и ты проигрываешь. Ну, пока что пойдет, наверное. Ну, ничья. Ничья хорошо. Ничья хорошо. Утка, ну третий уровень мы тебе не дадим. Проси, не получишь. Продавай тамарина. Да, видимо, придется, я не знаю, что. Где уровни тамарин? Где деньги, Лебовски? Утки идут косяками. Да ну все, тамарин, короче. Пропал ты, брат. Ну чё, ты 4-4. Arrivederci, как говорят у нас в Ирландии. Рыбу купить, что ли? Рыбу купить. Давай рыбу купим. Ну чё, у меня 49-8. Я хотя бы его продам, этого тамарина, чтобы бафнуть этого бизона, да? Ну, раз у нас сурок, надо бизона брать. Медуза. Медуза хочет арбуза. Получает его и побеждает. Бывает, что. Тамарин. Готов к пенсии? Бизон. Все, тамарин, на пенсию. Прощай. А что, утку мы оставляем? Или продать утку, чтобы бизона бафнуть? Вот вопрос. Вопрос на миллион. Пингвин утку качает. Но утка это несерьезно. Ладно, сурок хорошо. Он хотя бы вон нам рыбу хирурга активирует. Если утку продавать, то сейчас. Давай. Найдем бизону второй уровень. Окей, тогда миссия найти всех бизонов. Второй уровень бизону. Окей, стрекозу можно тоже. В теории рыба-хирург. Да? С сурком. Ну это типа идеально. Сурок у нас мощный такой, шерстистый. Будет нам помогать тащить пока что. О, давай, собака. А, молодец, собака. Бизон с крабом. Краба можно в любой момент взять, если нужно. Двух стрекоз поставить вместо рыбы-хирурга. Просто билд на статы. Просто чисто статы. Завалить все статами. Это сработает. А есть ли смысл что-то другое делать? Да не, надо потом какого-нибудь кабана ставить. Какого-нибудь кабана ставить. Рыба-хирург. Ну ладно, пока что качайся. Или не качайся. Качайся, не качайся. Не, бизон на второй уровень не хочет качаться. Ну, что я сделаю? Не хочет, нет настроения. Наверное, мы будем рыбу продавать.
Не, рыба молодец, помогла, но чем дальше, тем она будет бесполезной становиться. 6 жизней ее... Ну, они так сильно решать уже не будут. Скоро. В ближайшее время. Рыба-клоун. Тоже поздно уже. Давай пока так. Пингвин второго уровня. Акула-молот. Начинается ход, если у этого зверька есть друг третьего уровня, ты получаешь 3 монетки. О, кстати. Кстати. Друг третьего уровня есть. 3 монетки. Как хороший такой гусь прокачанный, да? Качественный гусь. Надо было Гвиала купить. А кто тормоз? А я. Я. Надо было Гвиала купить. Конечно, надо было. 3 монеты. 3 монеты того стоят? Что мы на эти монеты купим? Хорошего такого. Уровни для всей команды. Ой, там носорог. Носорог, рог, рог идет. Крокодил, дил, дил, плывет. Вот знакомая команда там с той стороны стоит, а? Где-то мы эту же движуху видели. Передумал я насчет акулы. Решил, что 3 золота в ход того не стоит. Нам нужен боевой зверь. Баттл зверь. Например, гориллас. Гориллас норм. Да. Кабан лучше. Или не лучше. Давай, Гориллас. Давно мы тебя не играли. А, зебру надо было купить, продать. Ну что ж ты? Что ж ты, дед? Ну, давай тогда в гориллу вкладывать статы. Да, логично. Статы в гориллу, стрекозу раскачиваем. Может, гориллу вперед? Она выдержит удар. Выдержит. Горилла, выдержишь? Не выдержишь. Варлок-игнорщик, Варлок, привет, я с Ютуба на стрим зашел. Привет, добро пожаловать. Добро пожаловать на стрим. Так. Значит, бизон остается на первом уровне, как обычно. Гориллу пробуем на второй. И всех остальных на третий. Ну, по-моему, вот этот пак, он весь будет про вот такую прокачку, да? Весь про такую прокачку. Типа стрекоза плюс пингвин, ну это идеальная комбо. Горилле арбуз не нужен. Горилле лимон хорошо зайдет. Часто ли нас будет спасать 3 трубы сурка? Что-то подозреваю, что никогда. Так, кто против нас? Ну вот этот носорог самый страшный. Потому что там 2 пингвина. Там угорь третий. Ужас. Здесь скорб впереди. И только, надеюсь, на скорпа не выпадем. Арбуза-то нет. Ну это не намного лучше, чем скорпа. 2 дракона, да? Дракона. Ну мы летим. Нам не хватает статов. Эх. Так, гориллу сделать двоечку. А, нужен горилле двойки. Нужна горилле двойка или важнее стрекозу на второй? У меня 2 жизни. Стрекозу на третий. Наверное, стрекозу на третий важнее. Ну и все, кабана мы уже не берем. О, вот так. Отлично. Так, горилла, ты вперед больше не идешь. Ты оставайся здесь. Стрекоза дает нам по +9/+9 каждый ход на команду. Да, очень сильно. Я думаю, мы проиграем команде носорога. Но всех остальных вроде должны побеждать. Тут носорог выглядит неубиваемым. Там вся команда в арбузах. Вот. Главная проблема в арбузах. Типа, чем контрить арбузы? Ответ
Да ничем. Не контрятся. Арбузы стрелками, они контрятся. Но стрелков.нет у нас. Southern Lion. Змею бы. Да, но вместо кого? Вместо пингвина. И змея не сможет сбить арбуз с первого носорога. Только если повезет, вот она попадает сюда. Так что... Может быть, все и не так плохо. Гориллос молодец. Молодец, Гориллос. Слушай, а мы остались один на один, и мы только что выиграли. А у него одна жизнь. Ого. Так, так, так. Подожди, подожди, подожди. Добавить бизона урона чуть-чуть можно. Да. Чё бы ещё такое классное купить? Печенье. Шанс на двойного урона. Дать сурку шанс двойного урона. И он шотнет. А давай. Давай сурок. 50%. Кританёшь? Сейчас сурок как кританёт на 74%. И арбуз не поможет. Он пробьет арбуз, снесет к чертям. Давай, сурок. Дабл дэмэдж. Сделай красивое. А, он переставил. Хитро, хитро. Но... Вроде тащит. Победили? Победили все-таки. Три лобби подряд. Наверное. На ютубе в комментариях жаловались, что типа зверей неинтересно смотреть, потому что ты все время выигрываешь. Я такой, ну ладно, не будем играть арену, будем играть ранги. Тут типа люди посерьезнее играют, сейчас, наверное, не будет побед. Я имею в виду три победы подряд. Что я что сделаю? Я что мне, специально проигрывать что ли? А, до сих пор стримишь? Я уже на тренировку сходил. Как потренировался? Хорошо. Я тоже сегодня с утра тренировался. У меня болят теперь мышцы груди. Делал упражнения на грудные мышцы. У меня теперь... Я теперь не могу делать вот так. И вот так вот. Ты до сих пор стримишь? Я уже собеседование пройти успел. Успешно? Очень продуктивно. Я баскетболом занимаюсь. Йоу, баскетбол. Круто. Круто. Спорт для высоких и прыгучих. Я тоже высокий, но не прыгучий. Я 1.95 роста. Только прыгать не могу. Слишком тяжелый. Вроде успешно, но очень страшно собеседование. Окей, ну если успешно, значит хорошо. А то, что страшно, это нормально. Ты до сих пор стримишь? Я ничего не успела сделать, но зато смотрела все это время стрим. Хороший выбор. Правильный выбор. Так, ну что? Давайте арену для разнообразия. Давайте на арену. Или хотите посмотреть высокоуровневую игру в стандартном паке? 1734 рейтинга, чат, хотите посмотреть? Тут вообще, тут просто акулы на этом ранге. Они тебя сожрут, если ты не играешь идеальный мета-билд.
Давайте, я вам покажу ради интереса. Если у нас противники найдутся. Может, и не найдутся. 1% игроков. Скоро ли будет Астра Рогалик, а то сам пока не могу поиграть. Астра Рогалик завтра. Планирую завтра, да. Астрею. Это да. О, чат меня выманивают со стрима. Вы там даже не представляете, чего мне жена показывает. Хо-хо-хо. Да. Придется вырубать стрим и идти срочно. Показывает пакетики с гамбургерами. Ну, видимо, в рейтинг нас сегодня не возьмут. Окей, 1700 рейтинга вам не покажу. Никого нет. Все топ-игроки спят. Окей, ладно, давайте. Давайте тогда арену на еженедельном паке. У меня завтра соревнование. Нам физрук сказал выиграть со счетом 125-1. 125-1. Ну, физрук у вас такие реальные планы ставит. Молодец. Сурки, муравьи. Ну шо, муравьи, вы готовы? Озадаченные, нахальные, яркие пловцы, минералы, пузыри. Хочу быть сегодня ярким пловцом. 125-1. Это придется, это... серьезно вложиться в завтрашние соревнования. Возможно, придется сломать ноги всей вражеской команде и бить в пустые ворота. В смысле, в этот, в пустую корзину забрасывать. А имею в виду, а если физрук будет недоволен, сказать ему, что надо уточнять техзадание. Давай, муравей. А, у них тоже собака. А, мы вызвали маленькую собаку. Надо было муравья в конец ставить, да. Пиявка. Блин, пиявка, мне тебя реально не с чем, кроме павлина, играть. И даже с павлином ты будешь... твоя польза будет... спорно. Ты можешь съесть муравья? Хочешь муравья съесть? Сурикат. Суриката никогда не играли. Ну, видимо, время пришло. Как играть суриката? Так? И... чего? Ну, типа, много урона так-то, слушай. Много урона сурикат дает. Что мы будем делать с этой информацией? Сурок, ты уже всех задолбал. Чё ты на третий уровень-то лезешь? Сурок своего места вообще не знает. Какой-нибудь обнаглевший. Так, молодец. Ну, слушай, уважаю. Уважаю. Не, муравья на третий не будет. Хотя у нас медуза. Не, нам знаешь, что нам нужно найти медуз. Говорю, муравья не будем на третий. Все, муравей, расслабься. Успокойся. Знаешь, я был не прав насчет суриката. Вот так два суриката вполне прилично. Серьезно так получается. Дают жару. Угорь. Не, угорь. Сегодня не твой день у нас сегодня. День суриката. Хотя сурикат в теории с угрем идеально, да? Угря хп, у сурикат дает урон, но... Давай, угорь уже сегодня работал у нас. Ага, второй уровень медузы. И все-таки третий уровень сурка. И у нас есть стрекоза,
Дамы и господа, у нас есть стрекоза. Стрекозу бы поставить поскорей. Для этого нужно продать цуриката. Я хотел цуриката поиграть. Цурикат, я тебя играть хотел. Не хочу тебя продавать. Надо таблетку на муравья. Стрекозу на следующий ход. И сыграть сейчас в 4 бойца. Нет. Глупость какая. Вот продать цуриката сейчас идеально. У нас нет таймера, мы играем арену. Куда я спешу, я не знаю. Жизни полные. 3 победы есть. Куда я спешу? Куда? Никуда. Можем подумать спокойно. Продавать муравья за 3 золота плюс 2, плюс 2. Ну, на самом деле не так уж круто. Окей. Таблетку на муравья не так уж круто. Получается, мы теряем 3 золота, потому что его можем продать за 2. И этот, и... Чего? И получаем не самый большой профит. В теории мне бы хотелось попробовать 2 сурикатов вот так сыграть, чтобы они друг друга бафали. Тогда в теории у них действительно хорошие статы. Бабах. О, рыба. Рыба-клоун или черепаха? Черепаха даст нам то, что мы ищем. Арбуз. Рыба-клоун даст нам статы. А уровни мы еще будем повышать. Причем, наверное, много, да? Мы всех все время на третий уровень вкачиваем. Черепаха круче. Черепаха это вообще имба. Суриката, ты оставайся пока. Давай черепаху. Так. Бизона в этот раз нет. Да, печально. Где бизон? Кто украл моего бизона? Непонятно. 2 стрекозы. Так, давай тебе. На вот это ты у нас будешь впереди. Типа пока что 2 стрекозы. Еще одна черепаха. Сурката шо, оставляем, что ли? Третий уровень. Я не знаю. Сурок, остаешься? А зачем я черепаху в заморозке держу? Ее если брать, то сейчас... На ютубе стримы войдут в регулярную основу или это временная акция? Пока до конца недели. До конца недели стримим, а там посмотрим. Ну что, мы опять будем пингвина и 2 стрекозы играть? Продадим бедного суриката. Не, ну из сурка продавать глупо сейчас. Гавиала надо. Окей, на следующий ход купим, продадим. Я хочу играть суриката. Все. Делаем ачивку на суриката. Ого, бык раскачался. Сейчас эта ачивка станет нашей последней ачивкой. Всем привет, это я, сигарет блок. У меня везде странные ники. Татуированная крыса. Чё странный, нормальный ник. Подумаешь, крыса татуированная, чё тут такого? Короче, сурикат, что я тебе могу сказать? Начинай чемоданы собирать. Ты чё первого уровня все еще? А? Сурикатина ты.
меня постоянно подгрузы, у всех стрим нормально идет. Лагает все-таки, да? Мне пишет, качество соединения отличное. Судя по всему, нет. Че, сурикат? Прощай, мой друг. Долго ты собирался. Так, сурка вперед под арбуз. Пока вот так вот. У тебя будет арбуз. Тулень. Какой зверек этого первого уровня на шестом ранге хорошо дерется? Гориллос. Гориллос на первом уровне лучше всех дерется. Кабанчик. Кабанчик тоже неплох на самом деле. 4 атаки стоковые. Просто на первом уровне надо оставлять, потому что, чтобы сработала стрекоза. Брать кабанчика и его не качать. Что, какие на шестом классе игрушки? Поставить просто еще одну стрекозу. И все. Не, это глупо. Это глупо. Давай этого, давай кабана. Пойдет. Давай в него будем вкладываться. О, так, и кабану мы уровень не будем поднимать. Будем качать всех остальных. Кабана оставим как есть. Чат, а реально много народу лагает? Много народу сейчас смотрит с подгрузами и отматывает там на 10 секунд назад. Пропадают фрагменты по 5-10 секунд, даже если назад отмотал. А, черт. Все-таки, значит, лаги у нас, да? Угу. Понятно. Значит, рестрим лагает. Подгрузки были, но сейчас нормализовали. Вот нехорошо. Это нехорошо. Совсем нехорошо. А, третий уровень медузы. Стрекозы. Медузы. Медузы, стрекозы. Что-то у нас такой же билд получился, как и раньше. Билд, как раньше. Кабану лимон давай выдадим, пускай будет. Но с другой стороны, если как раньше работает... Привет, у меня тоже такая фигня. Сначала охренел, что у меня на 1080p подгрузка, будто я на Twitch зашел. А, приношу извинения, дамы и господа. Вот вроде в начале стрима было нормально. Это, видимо, проблема вот на рестриме, да? Бу-бу-бу-бу. Главное, что... Нет, ты знаешь... Этот рестрим тоже. Ну, кто показывает, пишет мне, что нормально все, типа, показываем. Не должно быть проблем. А по факту, да. Ой. Мы что, проиграли? А я не уследил. Что случилось? Было супер, сейчас до 360 спустилось, и более-менее. Мы выиграли? Мы должны были выиграть. Мы что, 10 кубков получили? Мы победили? А, черт.
Победил и не заметил. А, блин. О, окей, короче, смотрите, дамы и господа. У вас есть... Сегодня что у нас? Четверг, пятница, суббота, воскресенье. У вас 3 дня, чтобы зафармить 2000 рейтинга в наборе недели. Вы видели, что надо делать? Собираете стрекозу 3-го уровня пингвина, и там без разницы. И у вас вся команда 50-50, арбузы, и всех побеждаете. Все, рецепт готов. Окей, все-таки, значит, лаги есть сегодня, да? Какие-то периодические такие. То лагает, то не лагает. Временная проблема.